Накануне Дня города в Архангельске отремонтируют тротуары. Работы проводят на самых оживленных в праздничные дни улицах – на Троицком и Воскресенской. Это все в честь Дня города, Дня молодежи выполняется. Но, скажем так, тротуары у нас все равно нуждаются в ремонте. Поэтому хорошо, что наконец-то нашли на это время. Наносимая дорожная смесь застывает через 12 часов, а значит, уже к вечеру тротуары станут значительно ровнее. Напомним, что день рождения столицы Поморья отметит уже в это воскресенье.